Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 7. Создание PDF. Adobe Illustrator позволяет создавать файлы формата PDF. При этом это могут быть как многостраничные файлы, так и одностраничные. Вы можете сохранять изображение в кривых с дальнейшей возможностью его редактирования в программе Adobe Illustrator, а также можете создавать обычный PDF, в котором будут обычные картинки растрового вида. То есть вы что-то изображаете, и после этого вам нужно выбрать файл, сохранить как. Вы выбираете формат PDF, выбираете его имя, говорите «Ок». И здесь у вас появляется меню. Здесь, в общем-то, и делаются основные настройки. Если вы сохраняете возможность редактировать в программе Adobe Illustrator, то тогда вы сможете этот файл открыть в векторном редакторе и в дальнейшем его редактировать. Если вы выбираете эту функцию, то открыть вы его уже не сможете. Миниатюры страниц – очень удобная функция. Когда вы просматриваете PDF, вы сможете увидеть, что там внутри. Оптимизация для быстрого просмотра веб, если вам нужно отправить этот файл кому-либо. Показать PDF после сохранения – очень рекомендую. Вы сможете посмотреть, что же с ним произошло и правильно ли он у вас экспортировался. И создать слои из слоев верхнего уровня. Обычно я убираю эту галочку. Соответственно, основное, что вам нужно решить, нужно ли вам редактировать его впоследствии. Также обратите внимание на то, какие у вас есть монтажные области и в каком порядке у вас они находятся. В PDF они сохранятся как разные странички.